Так рано вставать, да, в рот ебал. Сам не могу поверить. Время 7 часов 15 минут. Мало того, что я встал в такую рань, я еще и брусь куда-то. Сейчас увидим, куда. Я спать хочу. Идем в ПЦ Skylight, Mail.ru, Эводжим, спортзал, секретная секция джиу-джитсу для айтишников. Журналистика требует жертв. Есть должность член-корреспондент, ты корреспондент, а я, соответственно, член. Я яйца отморозил, например. О, круто. То есть те самые 11 лайков, которые мы соберем после того, как смонтируем это видео, они того стоят. И один дизлайк. Блин, дизлайков нет ВКонтакте. Но 14 просмотров. Ни хер собачий. Какая красивая вывеска. Ой, какая штука. Я дорогу забыл. Я Иван Чумаков. Ой, татами. Какая маленькая татами. Это зал корпорации Mail.ru. Мы здесь развиваем фитнес для сотрудников этой замечательной компании. Проект был открыт в 2013 году. Собственно, весь проект внутри компании называется Evo Gym. Это моя собственная концепция, моя команда здесь работает. Очень много тренеров по разным направлениям. Функциональный тренинг, классический бодибилдинг и, конечно же, бразильское джиу-джитсу. Для сотрудников Mail.ru это платная тема, потому что это услуги тренеров. Кто же здесь бесплатный тренирует? Только сыр в мышеловке. Кто же здесь тренирует? Тренируют два известных московских тренера. Главный по направлению мой партнер в Evo Gym Иван Чумаков. И второй тренер, не менее известный, это Максимилиан Д'Алессандро. Наш канадский друг, который, собственно, уже гражданин нашей большой родины. Ему еще официальные лица не выдали паспорт, но он уже наш человек. My name is Max D'Alessandro. I'm originally from Montreal, Quebec, Canada. I've been training jiu-jitsu for now 10 years. And I'm from Brazilian Top Team Canada. Oh my God. See, I'm training very hard on my phone. Да. Не знаю, про что он спросил, но ответил да. На всякий случай. Секретные документы. Иван, расскажи, что это за уникальная система, когда на бумаге записан план тренировок. Кто это придумал? Я просто правда первый раз так это видел. Придумал преподаватель Макса в Канаде. В чем плюс? Потому что когда он приехал в Канаду, там вообще никто ничего не умел. А он очень любил футбольную борьбу и систему тамошних тренировок. То есть когда в принципе у людей есть как бы план на тренировку, они приходят и знают, что они будут делать. Вот. И это не только в вольной борьбе, это в принципе много где. И он разработал систему для каждого пояса набор техник. Два набора техник, они чередуются между собой. И еще там, по-моему, дриллы какие-то есть. И там в каждом наборе где-то по техник 30, они как бы связаны по темам между собой там. Соответственно, в принципе, это вот, условно говоря, программа там синего пояса, да, два набора вот этих. Потом, когда синий пояс становится, белый пояс становится синим, он начинает осваивать программу пурпурного пояса, до пурпурного. Техники другие, но система та же. Вот. И, в принципе, тут еще как бы
играет роль то, что, как Макс рассказывал, его тренер, в принципе, не очень любил показывать техники. И когда, допустим, к нему, он только приехал в Канаду, и у него там, ну, первые ученики пришли, он их обучил этому. Уже когда последующие приходили, они просто от других учились. То есть он не показывал техники вообще, как Макс говорит, за там 10 лет его тренировок. Он говорит, ну, может быть, 10 раз он показывал техники. Даже как здесь вот, он не останавливался и никому ничего не объяснял. Он просто, то есть тебя должен был научить твой партнер. Ты, допустим, белый пояс, вставал с синим в пару, и он тебе должен был уже объяснить все, показать. So already I have the seat belt. So first choke. Is this the simple choke? I keep my head close to his. The mistake people do is they do this. And then this happens. This is shit. Stay close. And I crunch. Next one is with the chop. So I have to get deep. So chop. And then the third one is bow and arrow. I grab inside the knee. I like to grab inside. My leg goes across and I bring it on the shoulder and I stretch and pull. If you can, you can bring the foot behind the head. Ты просто идет такая, там два года ты фигачишь одно и то же. Прям все тренировки. Ну смотри, с учетом того, что его тренер ничего не показывал, как бы, то есть вот этот набор существует, дальше ты можешь сам что хочешь добавлять к нему, то есть, ну как, у тебя после тренировки есть время, ты можешь остаться в зале там и поотрабатывать что-то свое, или там попросить кого-то из старших поясов что-то показать тебе. Make sure my сосиска looks big. По идее, как бы есть экзамен, они потом экзамены сдают. А, прям есть система экзамена. Да, ну как бы она такая формальная, то есть, да, если ты уже как бы человеку назначаешь экзамен, ну, ты уже, понятно, в принципе, знаешь, что он, скорее всего, все сдаст. А как выглядит экзамен? Ну, просто студент повторяет эти показывает техники, да. Ему лист прям кладешь, что. А он должен потом ролит? Да, я, смотри, я у себя в зале сейчас сделал такую систему. Я составляю, ну, буду, как сказать, не заставляю. То есть человек должен пробороться 10 схваток. Если он, допустим, на синий пояс дает, то это от синего и выше пояса по 6 минут. Таким образом, пытаюсь людей как бы донести до них, что, ну, если они хотят как-то продвигаться, развиваться, то это не будет легко. Ну, по-любому тебе надо будет пробороться 10 схваток. Это как минимум тебя потребует каких-то там кондиций нормальных. Потому что я, как я сказал, я там не буду смотреть, грубо говоря, проиграл ты или выиграл, но если ты где-нибудь там в середине пятой схватки скажешь, там, мама, пожалуйста, там, забери меня обратно, то как бы, ну, ты не сдашь экзамен. Вот. Поэтому, ну, мне кажется, это такая система рабочая. Вот. А люди, они же, в принципе, любят, когда пожестче. Хочется как бы попроще для них все, да, там, получше, вот, ребята, вот вам, пожалуйста, пользуйтесь. А люди любят, когда пожестче. In this gym, you know, it's, since it's the morning, and it's out of, like, you know, a mailed out room, it's not that many, you know, so usually we have about 8 or 12 guys, which is good for, you know, 8:30 in the morning in Moscow. You know, not many people in Moscow want to train to begin with, so at a business it's good. It's perfect. It's really nice because it's a small group of guys. Everyone enjoys training, so it's more like a family rather than like a class. So it's cool training here. Лёд есть, принесите виски.
Make sure I look pretty. All right, guys, thank you for your training, sensei. Это трындец. Она, короче, не сгибается. Лёг, я тебе все мешаю, пригласить домой все. Что, вообще совсем плохо? Да, не очень хорошо. То есть завтра будет совсем плохо. Это вот Mail.ru. Это Беляев. Привет, я Беляев. Какую дырку смотреть? Просто 8 марта их 2. 8 марта две дырки. Нас все равно никогда не слышно, потому что здесь шумит Ленинградка. Мы отзанимались в этой супер-секции, в закрытом монастыре Шаолинь, где каждый белый пояс стоит... Кстати, сколько он стоит? 1500 рублей. Где каждый белый пояс стоит 1500 рублей. Как и везде. Как и везде. Лёх, угадай, куда я сейчас еду? В травмпункт.